У меня есть замечание по поводу того, что до сих пор не работает лифт в пешеходном переходе. Мне кажется, необходимо будет откорректировать проектное решение с точки зрения того, как разделить полосы встречного движения, потому что то решение, которое предложено проектировщиками, считаю, что оно не совсем соответствует требованиям сегодняшнего дня. Думаю, что нам необходимо благоустроить площадь в месте пересечения проспекта Свободного и улицы Мэрчика, то, что не было предусмотрено проектом. Но это, согласитесь, рабочие замечания.